Третья по счету федеральная трасса на Алтае. Правительство региона сняло со своего баланса почти 400 километров дороги. Барнаул, Павловск, Ребриха, Мамонтово, Романово, родина Кулунда с выходом в Казахстан. Теперь за эту юго-западную ветку отвечает федерация. Мы с вами до полумиллиарда, а в иные годы и больше расходуем на ее содержание, поддержание ее в нормальном состоянии. И, конечно, передача ее в федеральную собственность и, соответственно, на федеральное финансирование решает сразу два вопроса. Дорогу, наконец, приведут в нормальное состояние. Ямы, ухабы покроют ровным полотном. А это и сохранившиеся подвески машин, и экономия времени. Второй вопрос – экономия бюджета. 400 миллионов рублей ежегодно на содержание такой большой трассы – теперь забота федерации. В новейшей истории, по крайней мере, то есть как бы это первое такое состоялось событие. Значит, очень долго мы к этому шли. На протяжении 5 лет нашим профильным министерством проводилась такая очень объемная работа. Очень сложно было, то есть сложность состояла в том, чтобы оформить земельные участки. И передать их в федеральную собственность. Закончить оформлять все документы планируют в октябре. Тогда же начнут строительные работы. В этом году край должен получить половину, 200 миллионов, и начать ремонт самых нуждающихся участков. Это участки в районе Павловского района, обход города Павловска планируем зайти, продолжить работу. И самый проблемный участок – это у нас в Аматовском районе, который вызывает самые большие нарекания у нас от пользователей дорог. В рамках капитального ремонта и ремонта эти работы уже начнутся, планируем в этом году. А освободившиеся деньги из краевого бюджета уже осенью планируют направить на ремонт региональных дорог в Славгородском и Хабарском районах, где на ямы водители жалуются постоянно. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком. Я думаю, стоит обратить внимание.